Свой выпуск новостей мы сегодня хотим начать с поздравлений. Милые женщины, с праздником весны вас, с Международным женским днем. Пусть ваши дни будут полны только яркими впечатлениями, а мужчины радуют и говорят комплименты каждый день. И наш первый сюжет, конечно же, посвящен празднику 8 марта. В преддверии Международного женского дня в городском доме культуры состоялся концерт «Милым дамам посвящается». Подарок представительницам прекрасного пола сделали лучшие артисты Славянского района. Солнце светит все более ласково, как бы вместе со всеми радуясь окончательному приходу настоящей весны. А значит, приближается время самого любимого весеннего праздника. Он по-настоящему дорог женщинам всех возрастов и профессий. Хочется радоваться, потому что начало весны, а весна – это солнышко, это первые цветы, это первые улыбки, это любовь. Поэтому всем женщинам я желаю любви, счастья, радости. Праздник весны, праздник любви, праздник, ну я не знаю, всего-всего на свете. Это прекрасный праздник, потому что дело в том, что ну, женщина, она всегда внимание получает, а в этот день, наверное, особенно. Это праздник для всех женщин. Всем радостно, когда их мужчины поздравляют, дарят цветы, дарят подарки и хотя бы в стихах поздравляют. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко поздравил женщин с праздником и пожелал им всего наилучшего. Мы низко кланяемся за ваш труд женский, материнский. Желаем, чтобы всегда вас окружали надежные мужчины, любящие дети, родные, близкие. От всей души вам желаем мира, добра, благополучия, с праздником! Прекрасные песни были исполнены популярными славянскими артистами, и большинство из них, конечно же, были посвящены женщинам и любви. Со сцены прозвучали в этот день самые теплые, идущие от сердца слова в адрес виновниц торжества – женщин. И они достойны этих слов. В этом уверены все мужчины. Да, этот праздник действительно олицетворение начала весны, чего-то хорошего, подъем эмоциональный такой ощущается, что даже я замечаю, что вокруг все женщины как-то преображаются, начинают цвести просто, и все кругом цветет, море цветов. Конечно же, это создает самое-самое хорошее впечатление и ощущение. И, честно говоря, каждый год радуешься просто этому. В зале рукоплескали певцам и подпевали им в полголоса слова из любимых песен. Ах, если только смелости набрался, я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь, расстанься с глупой маскою, и сердце мне огонь. Весенний праздник уже вступает в свои права. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Пусть все ваши мечты станут реальностью, милые и всегда прекрасные женщины. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».